Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Подведено тепло к департаменту педиатрии с 4 с 11 числа. В родильном доме обогреваются дополнительными средствами родильный зал и отделение новорожденных. Подано небольшое количество тепла в садовую Елизавету, потому что это возможно, но оно только подтапливается, добавляется, чтобы температура была стабильная. В остальных поликлиниках, кабинетах, где принимают врачи, используются дополнительные средства, в стоматологии то же самое. Но они обычно максимально выдерживают, чтобы не подавать тепло.